Ну что, алхимия дыхания. Добро пожаловать еще раз. Если задуматься, то дыхание – это не только кислород, да, это энергия, потому что все, ну, уже доказано, что все вокруг энергии, все, даже стол, стул состоит из энергии. И каждый раз, когда мы вдыхаем в себя, мы вдыхаем не только кислород, мы вдыхаем энергию. Энергия – это жизнь. И чем больше мы этой жизни вдыхаем, да, мы словно оживаем, мы словно пробуждаемся. Вдох и очень пассивный выдох. С каждым вдохом, словно приглашая жизнь в наше тело. И с каждым выдохом, позволяя всему этому быть, пропуская через себя, расслабляясь. И на выдохе опуститься в тело, почувствовать свою жизнь. Осознанный вдох. Все внимание на то, как вы дышите. Живот, ребра, грудная клетка. И сразу же пассивный выдох. Просто отпускаем. Продолжая дышать. Находя свой комфортный ритм. Он достаточно должен быть активным, чтобы наполнить себя энергией. Но комфортным. Чтобы вы могли зафиксировать его на время всей практики. Честно скажу, что я вообще от этой медитации просто летаю, и для меня это сегодня самое лучшее спасение. Каждую субботу жду вообще, как я не знаю, что, как спасение какое-то очередное. Вот. И перестала конкретно задавать вопросы. И пришла к тому, что поднимется то, что должно подняться. И поднялась очень интересная тема по отношению с моими детьми. Я родила их в раннем возрасте, будучи сама в то время не понимая, не получая любви от родителей. И дети мои выросли вне любви. И сегодня я поняла такую вещь, что я как мать, так как я трансформируюсь, могу трансформировать своих детей. И у меня получилось такое, что вот как бы я иду в гору со своими маленькими детьми и даю им эту энергию трансформации, как бы даю им эту помощь. И, конечно, были слезы. Но я себя сейчас чувствую очень-очень хорошо, очень свободно и легко. Ничего не поняла, вот уснула, потому что нет привычки оставаться в сознании, да, это вот тоже такой навык, который тренируется. Мы очень много делаем бессознательного, бессознательно едим, бессознательно идем, думая о чем-то своем, да, и поначалу, может быть, если не занимались никакими практиками осознанности, вы можете отлетать, вот это вот ла-ла-ленд, не знаю, говорила я, да, в конце, ла-ла-ленд, это такое состояние между сном и бодрствованием, вроде заснула, а вроде нет. Оно очень полезное для нервной системы, потому что там идет очень хороший рестарт. Поэтому тоже очень хорошо, что вот, я думаю, что вы сейчас чувствуете себя отдохнувшей, да, более такой, как будто бы хорошо поспала. Вот, но чем больше вы практикуетесь, тем больше привычка оставаться в сознании появляется. Тогда каждую субботу в 10 утра по Москве мы встречаемся. Если у вас что-то не получается, если вы еще есть частные сессии, где мы уделяем конкретно внимание вашему запросу, 15 минут коучинга, час дышим, 15 минут опять завершаем коучинг. Дает более глубокий, ну, прям вот фокус на вас и на решение конкретной задачи, если есть, да, такое. Или, может быть, вам время не подходит. Спасибо огромное вам за доверие. Спасибо большое, что пришли. И приходите еще.